Вот смотри, Маша, купила книгу, сейчас почитаю. Называется «Вулкан страсти». Слушай, ну что за вулкан? А, вот. «Моя дорогая Изабель», — сказал Эдмундус, страстно сжимая ее руку. «Ой, Изабель, ты прекрасна, как пение птиц в осеннем лесу. А у меня с Валерой что? Ты все пельмени сожрала? Ну уж 8 пачек. Вот шлоп, а? Тьфу!» «Ой, Изабель!» — страстно кричал Эдмунду и обняв ее своими сильными руками. «А у моего Валеры как? 2 прутика из рукавов торчат. Вот у моего тоже, да?» Изабель с нежностью смотрела на него. «О, девочка моя!» — страстно шептал Эдмунду. «Мой за всю жизнь только один раз страстно шептал, когда мы со стройки кирпичи воровали. Сторож идет, сваливаем, сваливаем!» Ой, сорвал последние одежды своего прекрасного тела. Он перестал перед ней обнаженным. Не дай бог. Этот хорек, когда еще в трениках, а так, его нежные волнующие пальцы, вот пальцы моего тоже волнующие. Ой, все время волнуется, отмосят красный лак для ногтей, который я случайно накрасила. Он уже 2 недели ходит так, мужики к нему на 5 метров не подходят. Волнующие пальцы охватили ее тонкую осину, то есть осиную талию. Ой, да ладно, у меня тоже осиная была, то есть осиная, пока я 8 пачек пельменей сожрала. Ой, все нормально было. Итак, и губы слились в поцелуи. Загадочной улыбкой Изабель напомнила ванну водой и душистой пеной. Пенки стирать собралась, нашла время. «Эдмундо, иди скорей сюда!» Эдмундо, дрожа от нетерпения, радостно вбежал в ванну. «Слушай, какой мужик, а? А красивый и работящий. Он нежно полоскал. За то, что ты мне подарила любовь, хочу тебе подарить подарок». Не успела Изабель о чем-то подумать, как на ней на плечо опустилась шикарная шуба. «Хм, у меня китайское пуховое манто. С лишаем, перья торчат, как будто я весь день в курятнике кувыркалась». «Ой, господи!» Изабель стояла восторженно молча. «Вот овца неблагодарная, сказала бы хоть что-нибудь. Эдмунтик, дай бог тебе здоровье!» «Ой, любовь моя!» — сказал Эдмунду, стряхнув волосы свои прекрасные. «Ой, если мой стряхнет, я 2 недели буду подметать. Встаю ночью, думаю, что колет. Смотрю, он без трусов, думаю, прился, что я, пока я спала, что ли, не вставая с кровати. Ой, Изабель, а теперь поедем в бутик покупать тебе наряды. Господи, ну зачем такой тур и еще наряды?» И они сели в свой серебристый шевролет. «А у меня лимузин Кадиллак 84-го года, едет только с горки. Потом невозможно остановить. Ну, у меня еще есть Тойота новая, двухдверная, джип». Эдмундо уверенно вел машину, попихивая кубинской сигарой. Изабель нравилось дыхать этот тонкий, нежный аромат. Уж доехав в бутик, они заметили табличку «Закрыто». «Закрыто!» «Собака Видорита!» «Слушай, хорошая книга!» «Да-да-да, книга хорошая!» «Ой, Изабель, тогда заедем в магазин автозапчасти!» Они зашли, Эдмундо все смотрел. «У него что, старая машина, что ли?» «Все смотрит, смотрит, слушай, ну точно старая машина!» Когда они вышли, бутик был уже открыт. Изабель радостно вошла в бутик. Она влетела в распахнутые двери. «Это он сейчас влетит в чек!» — громко крикнул Эдмунду. «Все, берем все. Все, что тебе нравится». Страстно обнимая они вышли на улицу. «О, кошечка моя!» — воскликнул Эдмунду. Глянь, кошку какую-то увидел. Он нежно взял ее на руки и стал покрывать неистовыми поцелуями. «Глянь, как кошек любит, а? А мы что? Опять твоя дрянь сожрала сосиску?» Изабель сказала: «Боже мой, дорогой, ты самый лучший на свете! Ой, что-то жрать захотелось!» «О, господи, какой у нее отвратительный голос!» Эдмунда посмотрел на нее, на ее большой нос. «Ну да ладно, у меня тоже был когда-то большой нос, пока не уменьшился». Эдмунду повел ее в ресторан. «Мой бы хоть раз бы сделал бы мне нормальные тако». Изабель сидела, все сияла. Они заказали устрицы, омаров, лангусты, щупальца осьминогов. Ой.
Я только крабовые палочки пробовала. И щупальца метана. Ладно, так, это они едят, это едят. Слушай, сколько они жрут вообще, а? Эдмудо страстно целовал ее тонкую длинную шею. Он подарил ей коробочку с бриллиантами. Они встретились через неделю. Изабель говорила, что показывала бриллианты ювелиру. И они оказались фальшивые. Yes! Фальшивые. Супер книга. Супер-супер. Так, фальшивые. О, нет, этого не может быть. Да-да-да. Это именно так. Я ухожу от тебя к Диего. Ой, нет, ты не уйдешь. Ой, Изабель, о, любовь моя, крикнул Эдмундо. И выстрелил ее прямо в сердце. Слушай. Хорошо мы с Валерой живем.